Большое спасибо за донат, фанат группы Виконт. Текст доната. Рэперы делают рок-песни ахаха без очереди. Да, у нас тут как раз, вот, видимо, немножко в шутку эта тема поднялась на стриме, и в итоге она дошла до вот этого. Ну, я знаю, Рамирса, Сидоджи, это... Эти господа делают свое дело хорошо. Ну, сейчас посмотрим, что здесь. Что это такое? Рэм, какие-то аматори, стигматори. Вот смотри, ты говоришь, рэперы делают рок. Рэперы оказались умными и позвали тех, кто давно и нормально делает рок, чтобы сделать как следует. Потому что в основном рэперы, пытаясь заигрывать с рок-музыкой, делают кал, потому что они просто не разбираются и не пытались, типа, разобраться, наслушаться и так далее. И при этом почему-то не догадываются, что надо позвать кого-то, кто в рок-музыке хорошо разбирается и может помочь сделать как следует. Не все догадываются. Ну, это довольно клево звучит. Рэм и Кома, бодрый рэп-кор. Потому что Рэм и Кома, какой бы они не вызывали у тебя там на твой вкус там, или еще как-то, какие бы эмоции они не вызывали, то есть многие думают, что это какие-то так говнари, там, приколисты, просто какой-то камеди, шутники, не рэперы, вообще кал. Но, типа, эти чуваки вообще не разбираются. То есть очевидно, что там у Рамирса точно есть очень серьезная такая разносторонняя наслушанность. Чел в музыке шарит. Вообще в целом, не только в рэпе, я думаю, в музыке нормально шарят. Сидоджи, мне кажется, скорее всего, тоже, иначе они вряд ли бы долго сработались там как-то вместе. Но я не знаю. И просто это грамотные исполнители очень. Ну, пожалуйста, вот, типа, это и как бит клево звучит, потому что... Хай-хеты классно спродюсированы, бочи, вот это все. Как рэпчик, вот пошел отличный рэпчик. До этого шел отличный, неплохой вот металкор там с электронными элементами припев. То есть, чтобы и то, и другое сделать, надо и в том, и в другом хорошо разбираться. Здесь челы явно это практикуют. Как бы. Возможно, даже это должен делать не один человек. То есть бывает, когда вот бывают звукачи, которые вот мега прям профики, они могут и рэп-бит навалить, хороший прям, умело. То есть капу с битом сводить и биточки, типа, продюсировать, да, трек, рэп-трек, типа, набить. И при этом свести и хорошо, грамотно, с пониманием звучания жанра, какой-нибудь металкор тоже. Но вообще... Возможно, эту песню нужно, скажем, двум разным звукорежиссерам и двум разным саунд-продюсерам как-то, типа, вместе работать. Либо музыкантам выполнять эти роли и задачи, как бы, вместе. То есть это такой интересный творческий процесс. Для альбома позвали писать ребят из Аматори и прочее, то есть не нулю. Так я и говорю об этом, что если ты хочешь сделать хорошо... Обратись к специалисту. И челы это знали просто. И они поступили мудро, и у них получилось хорошо. Как, ну, типа, это может, опять же, нравиться или не нравиться, но это реально качественно сделано очень. Грамотно и вот все умело. Кто-то скажет, скажем, что... сам материал попса, ну да, но она хотя бы очень грамотная. Очень прям вот все фишечки есть, все детальками хорошими, грамотными, насыщенными. Типа я бы тоже это не добавил в аудио, но это серьезная работа. Типа умелых, наслушанных, прошаренных чуваков. И
Или, опять же, есть рок-музыканты, которые пытаются заигрывать с рэп-кором, с рэпчиком, типа пытаются сами там какой-то говноречитатив навалить и удивляются, почему вышло говно. Кто-то там сводит сам, кто-то, не знаю. Короче, люди вот часто пытаются сами делать то, что не умеют, и обсираются с этим. Здесь все все умеют. И в итоге вот этот трекич, чем он наиболее всего хорош? И любители ракешника его оценят, и любители метальчика, фу, господи, рэпчика. Ну, то есть, типа, и те, кто любит металкор всякий, и рэп особо не уважают, они скажут, нормальный трек. Им он как металкор понравится, потому что хорошо сделан как металкор. Кто любит рэпчагу, скажет, хороший рэп-трек, при этом еще и с элементами этого вашего рока, тяжелая металлика, да, хорошо. То есть просто, типа, качественно сделано. А хорошую работу, типа, даже люди вот с низкой наслушанностью, они все равно вот, ну, как-то у них голова как-то вроде качаться начинается, даже вроде вот как-то, да, вроде клево сделано, слушай. То есть вот все равно это... Даже там какая-нибудь клубная тёлка иногда может понять, что действительно, даже если музыка ей не очень нравится, то слышно, что она сделана хорошо. И все. Ну, тут как бы умение присутствует. Едем дальше.